Бэкст. 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 Он там! Быстрее туда! Приветище! Сегодня мы с тобой будем пиратами, но не морскими, а воздушными. Мы сейчас находимся с тобой на моем воздушном дирижабле. Слева от него есть вот такой вот небольшой островок, летающий остров, можно сказать. Вот. Но прежде чем нам отправиться с тобой в наши баталии воздушные, видишь, сколько там островов, мы на каждый из них слетаем обязательно. Но перед этим нам нужно вооружиться и обустроить наш дирижабль. Давай зайдем вот сюда. Тексь. И вот теперь мы с этого момента начинаем наше обустройство. Встаем на красный маркер. Notification. Что такое? Ну ладно, yes нажму. Отличненько. О, ты глянь, у нас уже здесь площадочка какая-то нарисовалась. Так, у нас 0 баксов с тобой. Нужно где-то денег раздобыть, правильно? Правильно. Опа, смотри, здесь тоже за 0 баксов можно что-то прикупить. Покупаем. А, так это же этот. Дроппер. Он у нас коробочки производит. Смотри, какие коробочки. Во-во-во, металлический, интересно, что там внутри. И за каждую коробочку мы получаем немножечко деньжат. Я вот только понять не могу, куда эти коробочки отправляются. Может быть, они за борт скидываются? Давай посмотрим. Сейчас отдалю камеру. Ну, вон коробочка едет. Да нет, слушай, за борт она не скидывается. Видимо, куда-то в трюм. У меня там складируется в трюме моем. Так, у нас уже 36 баксов. Мы можем купить еще один дроп. Возьмем его. Нам нужно больше дропов, чтобы получить много денег и купить крутого оружия. Да, кстати, помимо оружия у нас здесь будет другой транспорт. Ну, помимо дирижабля мы же должны перемещаться еще на чем-то. У нас будут вертолеты, самолеты и куча всякого такого барахла. Опачки, смотри-ка, здесь можно купить оружейный конвейер. Интересно, что там, по конвейеру будет идти оружие и продаваться? Что-то какой-то контрабандой попахивает, ага. А, кстати, смотри-ка. У меня уже 70 баксов, я могу купить стеночки или произвести свой первый апгрейд. Давай лучше стеночки купим. Покупаем, вот так вот. Это стеночка для нашего конвейера, чтобы коровки никуда не выкатывались за пределы конвейера. А теперь купим апгрейд. Апгрейживаем, только что апгрейживаем, не знаю. Воу-воу-воу, смотри какая штука. Дай-ка я тоже в нее прокачусь. Меня посыпало снежинками, теперь я стал более пушистый. Ну, я надеюсь на это. Покупаем еще один дроппер, третий уже. Еще в кос. Отличненько. Так, а где третий? А, вот он, третий появился. Блин, мне честно напоминает это обычный смеситель. Вот в ванну, когда заходишь, да, еще ручек не хватает, чтобы воду включить, чтобы отсюда вода текла. Ай, ладно, о чем это я? О чем-то таком земном. Мы-то с тобой в воздухе находимся. Вот здесь вот у нас можно купить Airship за 500 баксов. Здесь у нас можно апгрейдить конвейер. Может апгрейдить конвейер? Быстрее будет доставляться коробочки туда, в трюм наш. А здесь я могу сделать Regenerate Tycoon или Reset всего сохраненного. Regenerate Tycoon. Воу-воу-воу-воу, что происходит? Опс, что-то все исчезло. Ну ладно, значит мне надо сюда подойти. О, все восстановилось. Все, на эти кнопочки лучше не нажимать, а то, не дай бог, еще что случится страшное. Так, у нас уже $300. $300 мы можем купить еще один апгрейдер. Покупаем. Чтобы наши коробочки стоили еще дороже. Я хочу проехаться по конвейеру, чтобы меня обсыпало снежком таким и таким. Теперь я вдвойне пушистый. А это означает, что я вдвойне еще круче стал. Да, это я обожаю. Крутотенечка мне не помешает. 250 баксов. Давай-ка прикупим, наверное, знаешь что, у меня сейчас уже 500 баксов будет. Мы прикупим с тобой Airship и уже куда-нибудь слетаем, потому что мне довольно-таки надоело на этом дирижабле находиться. Опачки, покупаем. Блин, почему здесь написано Buy Airship? А, Roofing, господи. Все, я просто тогда не дочитал. Вот я нубиара, а. Я взял и купил просто стенки для своего дирижабля. Ну, с одной стороны, это хорошо, конечно, сюда незваные гости не прилетят. Но с другой, блин, зря потрачены деньги. Ладно, пойдем купим еще один дроппер. Вот этот вот. За 750. Опачки. Где он у нас разместится? Ага, вон он, появился. Здорово. Кстати, смотри, у нас тут по краям появились новые маркеры. Так, здесь можно купить турель за 3500. Ну, я как-то еще не готов к этому. Поднакопим деньжат, потом, может, куплю. Там у нас еще одна турель, тоже за 3500. А здесь у нас что? А это у нас оружейная комната. Ну что ж, давай купим ее наконец-таки. Пускай у нас будет вооружение.
а вооружение у нас будет находиться на втором ярусе. Понятненько, бежим, значит, на второй ярус. И хотел купить, но нет. 1500 баксов стоит, у меня всего 1000. Здесь у нас... Воу-воу-воу, Connect Airship to Rock. Сейчас мы это купим. Тут должен появиться мостик, который нас будет вести вон на тот остров. Покупаем. Опачки! Отлично, мы теперь можем спокойно пройти на этот летающий остров. Со стороны смотри, как это смотрится. Этот остров прикреплен к нашему дирижаблю. Воу, вот такими огромными цепями. Вот это мощно. У этого дирижабля еще есть и ракетный двигатель. Помимо того, что у нас тут есть вертушки, смотри, вот еще и ракеты. Офигеть, насколько же это мощный дирижабль. Кстати, я ни одного дирижабля вокруг еще не вижу. Ну, своих соперников. Байхангер. О, ангар могу купить. Наверное, все-таки самолеты будут вот на этом острове появляться. Ну, денег у меня пока нету, так что про ангар мы пока что забудем. И купим мы с тобой лучший апгрейд для конвейера. Надеюсь, что он будет быстрее предоставлять коробки. Покупаем. Да, стало намного шустрее. Посмотри, с какой скоростью стали перемещаться коробочки. Ну-ка, дай-ка я тоже прокачусь. Ой, кажется, коробка на голову свалилась. Валим отсюда. Не хочу в трюм попасть. 2000 у нас уже имеется. Мы можем прикупить еще одну стеночку, на которую я не вижу смысла тратить деньги. Я лучше их потрачу на еще один апгрейд. Покупаем. Во, вот это нужная вещь. И пойдем наконец-то на остров наш и прикупим ангар. Я так долго этого ждал, я хочу полетать на чем-нибудь другом, кроме нашего дирижабля. Текс, 2000 у меня уже есть, покупаем ангар. Отлично, о-хо-хо, нифига себе ангарчик на весь остров. Мощно. Сейчас забежим туда и посмотрим, какие виды транспорта мы можем приобрести. У нас здесь есть боевой дирижабль за 3750. А здесь у нас апгрейд ангара, это неинтересно. Тут у нас тоже апгрейд ангара. И там вон наверху есть... Чего купить можно? Чайнс? Купить китайца? Какой китайца? Это цепи, купить цепи за 5000. А куда еще-то цепи? К другому острову, что ли, прикрепиться? Непонятно. Ладно, валим отсюда. Хотя, слушай-ка, у нас уже 3750. Можно прикупить боевой... Этот, как вот, дирижабль. Покупаем. Какие мощные ракеты. Да я сейчас могу разбомбить другой остров. Спокойненько, с такими ракетами. Ну-ка, полетели. Кстати, почему здесь нет руля и сидухи? Как летать-то на нем? Понятно, конечно же. Просто сесть на пол и все само заработает. Невидимые рычаги я держу. Ну что, на старт, внимание, марш, полетели. Чё-то. Надо на двоечку нажать, подожди, я еще не завел свой дирижабль. Так, завел дирижабль. Я завел, но что-то не завелся. Как мне лететь? Двинулись, тихо. Аккуратненько вылет. Все, кто мне выдавал права? Кстати, на дирижабль нужны права или нет? Ну чё я встал? Я застрял? Господи, как им управлять? Какая-то инопланетная тарелка. Тихо, я, кажется, падаю. Мне падать нельзя, категорически. Боже мой. Кажется, я подорвал свой собственный воздушный боевой дирижабль. Блин, что, все сначала, что ли? Вроде все нормально. Все восстановилось. Так, короче, бежим к нашему боевому дирижаблю. Сейчас будем учиться летать на нем. Сим, откройся. О, господи, какие они же медленные, а. Мне проще было обойти все это дело. Так, заходим. Где мой воздушный дирижабль? Regeneration Plane. О, наконец-то появился. Так, и полгода не прошло. Садимся. Теперь я нажимаю на... А может быть, тупо мышки управлять, а? Так, значит, заводим наш двигатель. Хотя он уже заведен. Жмем на двоечку. И полетели. Я прям лечу. Ветер задувает мою челку. И что-то нифига. Я не лечу. Так, попробуем по-другому. Нажимаем на стрелочку. Вперед! Блин, да господи, как на нем летать-то? Наконец-то я полетел! Ты глянь! Офигеть просто! Так, подожди, а что происходит? Экран, вернись обратно! Блин!
Ой-ой-ой, падаем, выравниваем корабль наверх. Фух-фух-фух, выправил. Почему-то у меня экран это слетел. Так, летим на первый остров, посмотрим, что у нас там. Блин, какой же реактивный этот дирижабль. Мощно. На этих островах вроде ничего такого интересного нету. Весь прикол, если я сейчас опущу газ, то дирижабль начнет падать. Опачки, опачки, вижу дирижабль противника. Ну-ка, полетели туда. Ого, да их здесь куча. Офигеть. Заходим на посадку на враждебный дирижабль. Как атаковать-то? А как газ бросить? Я не могу газ бросить. Ну, наконец-то я разобрался с этим аппаратом. Оказывается, на стрелочке вперед-назад. Это мы управляем тягой. Вот, например, я ее уменьшаю на стрелочку назад. И мы сейчас начнем падать. Так, ну как падать? Если я еще нажму на Е, то мы точно начнем падать. У-у-у-у. Не, так не надо. Включаем снова Е и жмем на стрелочку вперед. И мы полетели. Огонь. Наконец-то я разобрался, как летает этот дирижабль. Теперь мы можем спокойненько приземлиться на какой-нибудь враждебный. Вон туда сейчас летим. Смотри-ка, там вон тоже боевой воздушный дирижабль летает. Вон вдалеке. Сейчас мы туда слетаем. Разберемся, кто такой. Так, подлетаем к его базе. Сейчас. О-о-о. Кажется. Ой-ой-ой. Не, мне тоже падать не надо. Включаем левитацию. Отключаем тягу. Так, и начинаем левитировать. Спокойненько так, аккуратненько левитируем. Можно даже Е отключить. Отключаем. И вот здесь включаем. Во, о, нифига себе, у него, кажется, дирижабль развалился. Так, залетаем сюда. Все, выскакиваем. Бежим на разборочки. Он достал меч. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яшеньки. Он, кстати, быстрее меня бегает. И из двух ударов меня снес. А тем временем у нас уже накопилось 27 тысяч долларов. Мы можем с тобой прикупить что? Что? Пойдем посмотрим, что мы можем прикупить. Можно прикупить еще один конвейер, что я сейчас и сделаю. Один конвейер хорошо, а два лучше. И покупаем оружейный дроппер за 1000. Надеюсь, там крутое оружие у меня будет. О, автоматы, автоматы сейчас будут дропаться. О, пистолет. Чума, а может я смогу поймать один какой-нибудь? Автомат, ничего не берется отсюда. Печальчика. Ладно, оружейный барон, значит я, да? На воздушном дирижабле. Звучит прикольно. Покупаем еще вот этот дроппер за 2500. Он, наверное, такой же. Ну да, такой же. Еще вот этот прикупим. Так, и вот теперь вот прикупим. Огонь. Ну вот, как-то так. Хочу теперь еще апгрейдить здесь конвейер, чтобы он пошустрее бегал. Вот, за 2500 купим. И еще раз апгрейжу за 5000. Все, денег у меня больше нет, я все потратил. Но это не беда, потому что у меня сейчас все быстренько это накопится. И нужно нам прикупить оружие. Теперь надо мне оружие, несмотря на то, что я им торгую. Так что сейчас мы с тобой прикупим оружейную комнату за 1500. Это сейчас должен второй ярус появиться. О, секретный второй ярус, куда можно войти не так просто. Что здесь у нас? Room door. А, улучши дверь, наверное, чтобы она быстрее открывалась. Ну давай улучшим, посмотрим, что будет. О, красная дверь. Ну, нормально, хотя открывается она, по-моему, так же. Ну, в общем, давай, наверное, начнем все по порядке. Купим пистолет. Пистолет. Отлично, пистолет у нас есть, вооружаемся. О, да. Хе-хе. Ну все, блин, какая от него отдача. Ты видишь, смотри, как камера трясется. Мощно. Или это у меня рука трясется на мышке. Ладно, неважно. Покупаем узиху. Узих, все, я сейчас точно пойду на абордаж брать другие дирижабли. Так, узиху. Узиху, опачки. Оу, да. Как я обожаю узиху. Давай прикупим с тобой автомат за 5000. Тоже пригодится. О, да. М4А1. Берем ее. Какая же она мощная. Еее! Ну все, ладно, пойдем отсюда, бежим. Пока с вооружением все в порядке, мне пока хватает. Нужно приапгрейдить наш летающий аппарат, если это возможно. Сейчас мы это проверим. Боже, как они здесь медленно открываются. Я лучше оббегу. Вот это вот покупаем. Ангар, крыша, это нам нужно по-любому. Another hangar. За 15 косарей. Прикупаем. Это, короче, смотри, у нас появился еще один остров. Вот он, летающий. Мы, правда, я не знаю, как туда пробраться, но, скорее всего, только летающим нашим дирижаблем. Заказываем наш дирижабль. Опачки.
Все, садимся на него. Ништяк. Врубаем тягу. И... О-о-о, не в ту сторону. Подожди. Как-то меня очень-очень-очень странно. Ну уже давай, выруливай. Выруливай, да. Наконец-то я полетел. Я хочу слетать на свой остров. Наконец-то. Я спрыгнул с дирижабля, забыл отключить там тягу. Ну ладно, пофиг, пускай летит куда хочет. Сейчас посмотрим, что мы здесь можем прикупить. Байблимп, 5000 стоит эта штука. Ну-ка, покупаем. По-моему, это просто воздушный дирижабль на несколько персон. На 2 или на 3. Так, ну-ка, если я сюда сяду. Оу! Кажется, я упал. Ну что ж, я больше, в принципе, здесь купить ничего не могу. Слишком дорого. Ну и давай слетаем на нашем обычном воздушном дирижабле. Нажимаем. Оу-оу-оу, сколько здесь всякого понавылазило-то. Ё-моё. Нажимаем Е. Так, включаем скорость. Оп-оп-оп, мы полетели куда-то. Ай-яй-яй, сейчас снес еще один свой дирижабль. Блин, ну конечно, без прав это вообще беда. Буковка G. Что-то, блин, надо пониже опуститься. Так, падаем. Вот огонь. Летим? Или не летим? Летим. Подожди, я, кажется, это полетело, камеру оставил. Вернись, пожалуйста, мне камеру обратно. Вот, огонь. Так, ну что, убираю все эти контрольные панели и полетели вон на ту базу, где меня в прошлый раз разбомбили. Скорости прибавим сейчас, максимум на 100% скорости. О, как мы полетели быстро. Сейчас мы приземлимся туда, прям так в наглую влетаем. Ой, я врезался. Оу-оу-оу, тихо-тихо-тихо-тихо, падать не надо. Вот так вот, снес его дирижабль, быстренько отсюда валим. Чтоб мы далеко не улетели. Мой дирижабль, кажется, упал. Ну вот, я вооружаюсь эмочкой. И побежали на разборочки. Надеюсь, я здесь кого-нибудь застану дома. О, вон он бегает, вон он. Блин. Так, идем на таран, залетаем в ангар. Хопочки, здорово. Достаем эмочку и... Получай. А у него-то меч. У ее перезарядочка. Вот так вот, вот это я понимаю, вот это по-нашему. Так, отличненько, пойдем к нему на базу. Ну где же ты, где же... Ого, нифига себе, это что за портал такой? Офигеть, смотри. Мощно, а если я туда зайду? Воу! Куда это я попал? Что это такое? Еще один ангар летающий. А, это я на второй ярус попал. Ну все понятно. Так, а где сам этот гангстер? Где этот наш дружище-то? Опачки! Получай! Эй, мощно! Пойдем-ка к нему еще раз на базу забежим. Вон он бегает, бегает. А, вооружен, побежал, смотри-ка. Сейчас мы за ним. Опа, а, блин, протиснуться не успели. А, он тоже взял оружие! Блин, дробовик взял. Мощно он меня вынес, конечно. Фух. Ну что, я думаю, что на сегодня наши воздушные приключения подошли к концу. Если тебе понравилось и ты хотел бы продолжение, то ставь лайкосик, пиши комментарий и не забывай подписываться на канал, если ты еще не подписан. Всем спасибо за просмотр, удачки и пока. До нового видосика.